Отмечать День любви, семьи и верности 8 июля уже давно стало доброй традицией. Конечно же, пары, прожившие вместе 50 и более лет, могут служить примером для молодых влюбленных. Много таких семей в московском районе столицы Чувашии. В этом году супруги Валерий Федорович и Домна Михайловна Даниловы отпраздновали изумрудную свадьбу, 55 лет совместной жизни. Молодых Валерия и Домна судьба свела в Чебоксарах. Именно здесь они встретились и полюбили друг друга. В этот день пара принимала самые искренние и теплые поздравления. В отделе ЗАГС у нас есть добрая традиция, когда мы честно наших юбиляров от 35 лет, кто прожил совместно в браке. И наша почетная книга уже насчитывает порядка 70 семей. В этом году эта семья уже 9-я. И вот канун светлого праздника, Дня семьи, любви и верности, мы чествуем семью Даниловых. Действительно, они с удовольствием поддержали нашу инициативу еще раз скрепить свой брак очередной подписью, хотя мы эту семью, я вспомнил, чествовали 50 лет. Я считаю, что эта семья является примером для молодежи. Свою трудовую деятельность Валерий Федорович начинал на стройке в стройтресте номер 2, затем трудился в сфере туризма. А Домна Михайловна долгое время работала в Чебоксарском доме мод. Свадьбу супруги сыграли 4 июля 1964 года. И теперь, как и 55 лет назад, пара поставила судьбоносные подписи, только теперь уже в книге почетных юбиляров. Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. Они часто проводят время на природе и общаются с любимой внучкой. Свои пожелания наши такое, чтобы мы, когда внучку выдали замуж, вот это на свадьбу провели тоже регистрацию, сироту вырастили, она осталась 3 лет, еще не исполнилось, вырастили, обучили, выучила, инженер-строитель, университет кончила, работает. А сейчас она работает уже не в проектной конторе, уже работает в банке. Ну, а так все нормально, мне везет в жизни, потому что у меня все время родные мои, близкие, всегда хорошие почему-то. На этом фоне я сам вынужден быть хорошим. По словам супругов, в счастливой семье непременно должно быть взаимопонимание, дружба, поддержка и вера друг в друга. А обиды не должны длиться более 5 минут. Ну и, конечно, главный секрет крепкого союза – это уважение и любовь. София Петрова, Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.